Калязине дали старт году педагога и наставника. Им в соответствии с указом президента России Владимира Путина объявлен 2023 год. В зале Калязинского дома культуры собрались работники школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, ветераны педагогического труда. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Образование в жизни общества всегда было ключевой составляющей его развития. В царской России в советское время образ учителя воспринимался как образ наставника, пример для подражания. Немало выдающихся педагогов было и на Калязинской земле. Участники торжественного открытия отметили важность педагогического труда, от которого зависит, каким станет в будущем человек, общество и страна. Будет более внимательное отношение со стороны правительства, государства, президента, учителям, педагогам, чтобы на самом деле воспитывали мы настоящее будущее, чтобы спасти и нашу Россию, и весь мир против этих угроз, которые сейчас есть в мире. В Калязинском районе около 20 педагогических династий. Одна из них – семья Степиных Баскаковых, где уже 4 поколения учителей. О своих предках рассказала продолжательница традиции педагог начальных классов Дина Ахунжанова. Вся история начала зарождаться очень давно. Первыми педагогами в нашей семье были родители моей бабушки Михаил Назарович и Антонина Ивановна Савина. Во время мероприятия состоялось чествование учителей. 8 педагогов в районе носят звание «Заслуженный учитель РФ». 15 калязинских ветеранов педагогического труда награждены знаком «Отличник народного просвещения» и нагрудным знаком «Почетный работник общего образования». Почетный работник среднего профессионального образования. Один учитель имеет нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». И хотелось бы пожелать всем, чтобы коллеги вас уважали, начальство ценило, родители благодарили за те знания, которые вы несете в свет. И еще раз, не предавайте профессию, она счастливая. Педагогам, победителям различных конкурсов, грантов были вручены цветы в знак благодарности за труд и высокие достижения. Отдельно отметили педагогов дополнительного образования. Завершилось торжественное мероприятие представлением участников муниципального этапа всероссийских конкурсов «Воспитатель года», «Учитель года» и «Педагог дополнительного образования 2023».